ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно». А знаете ли вы, что... Обед с животными-собеседниками – это возможно! В Камбодже есть единственное в мире кафе, где можно пообедать наедине с рептилиями и земноводными. Вдоль стен расставлены аквариумы со змеями, игуанами и ящерицами. Посетитель садится за столик, делает заказ, а затем идет к аквариуму и выбирает себе собеседника. Многим нравится, что игуаны, например, не вертятся, не отвлекаются, а будто бы внимательно слушают и смотрят в глаза. Объявление при входе в кафе гласит, что все рептилии были выращены в неволе, поэтому с людьми им комфортнее, чем в дикой природе. А знаете ли вы, что... Куртка может быть прозрачной. На выставке новых технологий представили куртку из графена. Графен – это прозрачный слой химического вещества углерода. Из углерода состоит уголь, графитовый стержень в наших карандашах. Алмаз – это тоже углерод. Но у графена свои преимущества – он гибкий и при этом очень прочный. Создатели куртки сделали ее двухсторонней. С одной стороны графен, а с другой – обычная ткань. Если оставить такую куртку у батареи, а потом надеть графеновой стороной к телу, она начнет греть хозяина, при этом отводить влагу. В общем, будет сухо и тепло. Незаменимая вещь для российских зим. Правда, в продажу куртка поступит не скоро, и стоить она будет около 50 тысяч рублей. Ужасно интересно. Все то, что неизвестно. А знаете ли вы, что... Существует шрифт, который помогает людям запоминать прочитанное. Тем временем австралийские дизайнеры поэкспериментировали над печатным шрифтом и в итоге разработали первый в мире шрифт, который помогает людям запоминать прочитанное. Его назвали Sense Phonetica. Дизайн шрифта основан на методе желаемой трудности. Буквы наклонены не вправо, а наоборот влево, а посередине каждая буковка как бы разорвана. И тот, кто читает текст, должен мысленно буквы дорисовать. Психологи говорят, что при таком методе мозг лучше обрабатывает информацию. Шрифт уже протестировали на студентах. И действительно, текст, напечатанный кособокой рваной фагетикой, молодые люди запомнили лучше. Скачать шрифт можно на сайте Мельбурнского университета. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа... Ужасно интересно все то, что неизвестно.